Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Ми продовжуємо на телеканалі підбивати підсумки 2021 року. Тема сьогоднішньої нашої розмови – шлях України в 2022 році, а той шлях, який країна пройшла в 2021-му. Говоримо про це з політичним оглядачем. Депутат Одеської міської ради Роман Сенник. Вітаю, пане Романе. Добрий вечір. Як завжди в нашій студії. Дійсно, ми обговорювали шлях України вже на День Незалежності, 30 років, взагалом підбували такі підсумки, сьогодні це підсумки року. Кінець року такий насичений завдяки президенту нашої країни Володимиру Зеленському, така яскрава прес-конференція, не менш яскравий виступ в парламенті. Ну, я маю на увазі, що виступ потім обговорювали, ну, дуже довго, розбирали на цитати, там, не в плюс пішов він нашому президенту, здається, але які підсумки ми можемо зробити? Це ж таки була підсумкова прес-конференція, такий підсумковий виступ. Які враження у вас, пане Романе, від такої промови нашого керманича? О, ви знаєте, я посмотрел і прес-конференцію всю, і виступлення президента, і потім слухав мнення різних і політиків, і експертів. Зачем же это нужно было? Как бы вот вроде снег на голову, да? Привязали это к тому, что уже пол каденции своей отработал, и пора бы как бы перед народом отчитаться. На самом деле ситуация такова, что оппозиция поддавливает. Бывший президент господин Порошенко очень крепко вцепился за историю с вагнеровцами и думает, что на этом коне он заскочит прямо в кресло президента. Но, как показал опыт, при таких, грубо говоря, политических наездах господин президент и его там, команда всех технологов решила, что это будет лучшим способом хоть как-то сменить повестку дня, и придумали пресс-конференцию и выступление в Раде. Я вам честно скажу, у меня такое двоякое отношение, потому что я вижу по выступлениям Зеленского в том, что он действительно неплохой человек, и он действительно хочет что-то сделать. Но ему, наверное, не повезло так же, как и в свое время не повезло Ющенко, когда окружение его, его же топит. Потому что то, что творят его подчиненные, начиная с Верховной Рады, Кабинета Министров, да, люди, которые, казалось бы, вроде как должны были стать чем-то новым в политике украинской, каким-то эталоном, я не знаю, свежести, ума, развития, на самом деле оказались еще хуже хапугами, чем были до них так называемые попередники. Да? Вот сегодня в Раде был проголосован закон 5630, который разрешает президенту единолично за особливі заслуги перед державою, за там, заслуги перед захистом української держави видавати іноземним громадянам українське громадянство. Тобто розрішати, не просто давати, а розрішати мати два громадянства. Плюс ми з вами слышали в Верховній Раді о том, що президент України вважає, що корінні українці, які живуть за рубежом України, теж мають право иметь украинское гражданство. Все это делается. А, ну и третья инициатива о том, что на выборы теперь должны идти голосовать люди возрастом с 16 лет. Все это делается ради политики и ради второго срока. Вот все, что говорит президент, я для себя уже это четко уяснил, потому что раньше я думал, что в этом есть какая-то действительно суть и глобальная цель. На самом деле она, вот, к сожалению, проста и такая циничная. Нужно расширять электоральное поле, потому что рейтинг стремительно падает. У нас история показывает, что у всех президентов она падает, хотя у Зеленского был шанс очень крепко держаться за свой рейтинг. Но команда, и он в том числе, не, скажем так, доверие наших украинцев не... Не оправдывает? Не оправдали, да. Забыл слово, так. Извините. Вот, поэтому надо расширять электоральное поле, и вот вам оно. Я считаю, что это очень плохая практика, потому что господин Зеленский, когда становился президентом, он действительно шел с громкими лозунгами о том, что он идет на один срок, о том, что он хочет поменять систему, и он хочет привести нормальных людей во власть. Оказывается, нас всех с вами обманули.
и цель совершенно другая. Он не идет на один срок, он пойдет на два срока. Их толковые люди — это, к сожалению, прежние руководители. Это вот, да, тот же, мы недавно слышали, в какую передрягу попал замминистра МВД. Да? Ну, то есть, ну вот, вот, вот вам, что изменилось со времен Порошенко или даже Януковича? Да ничего. Все то же самое, только говорят теперь, что вот у нас есть диджитализация, мы такие молодцы, идем в Европу, мы современные, мы клевые, подписывайтесь, голосуйте и так далее. На самом деле, это просто отвод глаз, это чисто технологии политические для того, чтобы люди голосовали за них. Но мне, как украинцу, да, вот, считаю себя еще достаточно молодым, очень обидно все это осознавать, потому что, как и всем, наверное, хотелось бы пожить уже немножко в другом политическом мире, да, когда политики в первую очередь думают об государстве, думают о городах, в которых они правят и руководят, думают действительно в первую очередь об экономике, а не о политике и как сохранить свой мандат или свое кресло. И которые действительно направлены на то, чтобы не распродавать, а наоборот строить. Потому что если мы с вами, да, так больше в Одессе концентрируем свое внимание, там, вот там ОПЗ в Южном, там, Одесский припортовый завод пытаются продать, про Укрзалезницу зашли разговоры, то, что будут ее продавать. И так далее. Мы так смотришь, все знают, это же наша обычная жизнь, просто в другом масштабе. Продавать легче всего, а где зарабатывать, с чего мы... Как мы будем развиваться? Развития, к сожалению, нету. И даже вот эти тезисы о том, что у нас все хорошо, что мы идем вперед, Европа нам поможет, у нас, к сожалению, не осталось друзей ни в Европе, ни в Штатах. Вот разговор Путина с Байденом, он четко подтвердил, что интересы Украины и украинцев — это проблемы Украины и украинцев. В первую очередь стоят геополитические, да, интересы сверхдержав, в том числе и Европы, а потом уже Украины. И я, как и, наверное, большинство моих единомышленников, считаю, что развитие нашей страны может начаться только тогда, когда мы перестанем тратить деньги на войну, на оборону. Потому что как и в этом году, так и на следующий год львиная доля нашего бюджета уходит именно на, скажем так, правоохранительные и военные наши органы, которые защищают Украину, ну и как бы которые пытаются там держать закон в Конституции, извините за выражение такое, чтобы он выполнялся. Но на самом деле мы, если с военными я еще могу согласиться, то все, что касается выделения средств на полицию, на прокуратуру, СБУ и прочие вот эти все структуры, которые уже давно не являются государственными, а являются больше политическими структурами. Я считаю, что вот когда президент и власть себя окутывают такими, грубо говоря, силами, это первый путь к, скажем так, к завершению каденции и вообще этой власти. Вот. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас что-то поменялось. И уже среди политиков ходят разговоры, что могут быть досрочные какие-то выборы, и было бы неплохо. Но с учетом, если все правильно анализировать, то господин Зеленский не планирует никаких досрочных выборов. Оппозиция в лице нашей политической силы или других партий, или тех же олигархов, таких как господин Ахметов, да, которые там сейчас говорят, что у них очень напряженные отношения, не способны организовать ничего подобного, чтобы президент согласился на досрочные президентские или парламентские выборы. Есть конкретная у него цель, он будет идти на второй срок, будет пытаться, скажем так, удержаться во власти для того, чтобы продолжать делать свои дела. А что это за дела? И неплохо было бы проанализировать. Это дела для украинцев, да, или это дела для, грубо говоря, наших так называемых, в кавычках назову, партнеров, типа МВФ, который нам дает кредит, или других европейских стран, которые, грубо говоря, высасывают с нашего государства ресурсы, людей, возможности и, ну, обкрадывают, я считаю, Украину.
Вот где здесь наше государство? В чем мы показали какой-то прыжок в развитии или хотя бы шаг в развитии? Я не вижу в бюджете на 2022 год какого-то существенного профита, чтобы Украина могла сказать, вот благодаря тому, что мы начали продавать землю украинскую, распродавать заводы украинские и так далее, мы вот продвинулись, скажем так, в экономике. Нету всего этого. К сожалению, мы видим, что наоборот, нашу страну грабят. Это как в нашем, например, детском горсовете. Да? Все меряю по нашим нижним, уровням власти. Таки парламент в миниатюре, чему? Да, вот у нас в этом году, то Одесса, одесситы, каждый одессит с бюджета только по процентам заплатил порядка 900 миллионов гривен. То есть кредитов у нас больше, чем на 5,5 миллиардов, а процентов в этом году мы заплатили почти 900 миллионов. Вот. Понимаете, и то же самое делает наша страна. Берет сумасшедшие кредиты и платит сумасшедшие проценты. А там, за рубежом, большие холдинги, большие бизнесмены, у нас их называют олигархами, зарабатывают сумасшедшие деньги на нашей стране. А нам рассказывают, что они переживают, что они там выражают обеспокоенность по всем нашим проблемам, но по факту их интересуют только наши деньги, наши ресурсы. Вот и все. И очень обидно, что президент, который... Вот давайте согласимся с тем, что президент мог бы, вот как пришел простой парень, так бы и сказал, ребят, на самом деле все не так, как я думал, нас обманывают, нас грабят, и поэтому вот расскажу вам, как оно есть и почему мы вынуждены вести себя так, потому что нам закроют, нам не дадут газ, нам не дадут то, нам не дадут квоты на вывоз леса, на то, на то, на то. Поэтому мы вынуждены плясать под чужую дудку. Не говорит. Почему? Потому что у власти есть и позитивные моменты для политиков. Они приносят, скажем так, какие-то большие деньги. А большие деньги очень быстро меняют точку зрения даже президента и парламента. Вот. Поэтому шлях Украины очень сложный. И вы знаете, я надеялся, что все-таки в 21 веке нам с вами еще повезет пожить в нормальном европейском государстве. Но, к сожалению, пожить можно, только надо брать деньги и ехать в то самое европейское государство. А в Украине нам с вами вряд ли посчастливится пожить в таком государстве, потому что не пришла еще та политическая, по-настоящему, в хорошем понимании слова, элита, которая бы в первую очередь подумала о том месте, где она живет. Потому что, вы же видите, они все зарабатывают деньги и вывозят их за рубеж, потому что они знают, что здесь жить нельзя. Здесь жить они не планируют. Они возьмут свое и уедут. Сколько у нас наших выходцев в Лондоне? Мы, конечно, за них очень рады, что они богатые люди, заработали, но они, это мы им дали эту возможность туда уехать. Они ограбили наши заводы, они ограбили наши банки, наши земли, и они уехали. И ответственных, давайте вот еще при Порошенко мы с вами тоже сидели за этим столом, сейчас при Зеленском, никого же еще до сих пор за коррупцию не наказали. Порошенко в тюрьму не посадили за все и за все его деяния. Никого. Вот знаете, как будто приходят туда, становятся президентами и говорят, так, у нас тут есть свой кодекс чести. Бывших не сажаем, тех, кто зарабатывают, не трогаем, олигархов не трогаем. Вот ваш кусочек живите, вот вам от нас доля. И вот и так продолжается уже какой год. Хотелось бы, чтобы было по-другому, но я, к сожалению, не вижу перспектив. Я дякую за цю вичерпну відповідь. Пропоную повернутися на кілька років тому, березня 2019 року. Президентська кампанія, висувають Петра Порошенка на другий термін, повний зал таких, такого політичного бумонду. Ми ж розуміємо, що Зеленський переміг не завдяки політичному бумонду, завдяки робітничому класу. Ну, скажімо так. Так ось, я пам'ятаю, що в залі тоді Петра Олексійовича підтримувало дуже багато людей з політичної тусовки. Дуже багато, там такі статусні. Пройшло половина терміну президента Зеленського. Я так прикинув собі, хто його підтримує, він же майже з усіма пересварився. Ну ось, лідери думок. Там, Гордон, Шустер, політики, які до них ходять. Це такий величезний ризик. І екватор пройшов, а є тільки там компанія, ну там, а пан Аваков також туди примкне, пан Разумков. Тобто, якщо за 2,5 роки пан Зеленський буде знов, як його попередник, збирати якусь таку тусовку, хто підтримує?
Ну, давайте говорить о том, что не время начинать бурную деятельность. Ну, так-то Порошенко, зачем? В принципе, принял правильный такой вектор развития. Он уверенно держится в оппозиции к Зеленскому и надеется на то, что придет время, и он еще станет президентом. Я более чем уверен, что Порошенко больше не будет президентом. В силу того, что очень сильно изменилось, ну, скажем так, электоральное поле, вот очень сильно, есть определенные контрасты, и люди уже не поддержат. Они больше отдадут свое предпочтение, грубо говоря, там, Разумкову, который выходец из команды Зеленского, но уже не с Зеленским, да, чем проголосуют опять за Порошенко, потому что при нем, если хорошо вспомнить, то тоже было очень много интересного. А что касается вот этих лидеров общественных мнений, которые вы там назвали, вот этого же господина Гордона. Шустер, там, да, и так далее. Вот, вы же прекрасно понимаете, что вот тот же Гордон, я вот смотрю, вот не может так быть, что человек сначала облизывает президента, а потом плюет на него. Извините за такие вот высказывания, потому что ну, это продажные люди, которые за деньги придут через полгода, за полгода до выборов. И скажут, такими друзьями, как то кажут. Да, и враги мне потребно. То есть придет Порошенко, принесет деньги на стол, и они будут все говорить, что он лучший кандидат в президенты. То есть это все просто не время. А что касается кандидатов, опять же, тут во всем, ну, в большей степени играют деньги. Аваков, Яценюк, Гройсман, там, Ляшко. Мы все прекрасно понимаем, что у нас есть несколько олигархов в Украине, тот же Ахметов, Коломойский, ну, давайте будем говорить, Порошенко, в том числе олигарх, которые будут пытаться, ну, скажем так, сложить какой-то политический пазл в Верховной Раде. И вот кто больше даст денег, кто больше вложит денег в политику, в партию, туда они все и пойдут. То есть все же не только люди, когда голосуют, хотят поставить, проголосовать за чемпиона, за тот, кто выиграет, но и политики в том числе хотят пойти за теми, кто, скажем так, возьмут власть, потому что прийти и сидеть в оппозиции мало кому интересно. Да? То есть я думаю, что все эти объединения мы увидим ближе к началу предвыборной гонки, это где-то за год до президентских выборов, и там начнется самое основное. Но большая доля вероятности, что Зеленский останется на второй срок, потому что явного лидера нету, то есть его нужно очень хорошо крутить, а мы с вами не первый год в политике и понимаем, что это непростая задача. Но в парламенте, более чем уверен, Зеленский потеряет власть, потому что слишком много людей, которые разочарованы непосредственно в самих депутатах Верховной Рады, от слуг народа. Потому что это люди в большей степени не профессионалы, люди, которые купили себе место, люди, которые не понимают вообще. Ну, мы с вами знаем даже по Одессе, кто пошел в Верховную Раду от Одесской области и города Одессы, и где эти люди вообще сейчас. Мы хотя бы кого-то видим. Я там иногда вижу одного народного депутата, который что-то там пытается. Но по факту из 10 народных депутатов, то есть никого, никто. Ну, декого б краще б не бачили і не чули. Я, да. Я скажу так, я ну, називаю прізвище, але є такі. Є, к сожалению, це волна, люди не совсем вникали в личности, кого, за кого они выбирают, надеялись, что если это Зеленский, то, значит, по всей вертикали все такие же, как и он. А оказалось, что все люди разные, и у каждого разные интересы, и в том числе по дороге господин Зеленский потерял многих, потому что они очень быстренько за денежку перекочевали к там, группам влияния. Да? Поэтому в Верховной Раде будет совершенно другой расклад сил, я более чем уверен, и Зеленскому будет намного сложнее теперь, скажем так, вести политику в стране, потому что придется со всеми договариваться. Это и не хорошо, и не плохо, потому что чем больше партий, тем больше обсуждений, а где-то в обсуждении и истина какая-то может найтись, но суть в том, что зайдут одни и те же. Зайдем мы, БПП, ЕС, то, извините, ЕС, БЮТ, там, может, там, Разумков, слуги. То есть, по большому счету ничего не меняется.
Вот как видим, что сейчас, плюс-минус, просто в разном количественном составе будет немножко поменяется. Но по факту, по сути, ничего не меняется. Позиція Зеленського у 2022 році багато в чому залежить від діяльності уряду. Уряд у нас відповідає, ну, грубо кажучи, за такі господарчі процеси. Економіка, так, це все важливо, але що їсть народ, чим він живе, це відповідальність уряду. Пан Шмигаль у нас затримався вже більше року. Це пан Гончарук, ледь згадаю його прізвище. Цікаво був персонаж, що говорити, працює. Як взагалі ми можемо оцінювати його команду? Ну, чи взагалі команда? Це уряд, це люди різних професій, різних спеціальностей. Так, вони міністри, але кожен з них відповідає за свій профіль. Я би і команду їх не називав, але якось працюють. Да, вот именно правильно вы подметили, Виталий. Якось працюють. Так. Вот именно вот якось. Вообще удивительно, как наше государство вот работает. Вот я крайне огорчен тем, что за 2,5 года Зеленский таки не разобрался в судебной реформе и не начал привлекать к ответственности не только коррупционеров, но и чиновников, которые халатно относятся к своей работе. Да? Вот сколько было разговоров, когда у нас были самые острые фазы ковида, что у нас министр Степанов, грубо говоря, там провалил вакцинацию. Сейчас министр Ляшко непонятно, чем занимаются и так далее, и так далее. И при этом никого не привлекают к ответственности. Даже за халатность, даже за то, что не выполняли свои служебные обязанности. Просто всем все сходит с рук. И вся эта история по всем направлениям. Вот пройдитесь по каждому министерству, да, и вы поймете, что провалы практически в каждой отрасли. Сейчас рассказывают, великие будивництва у нас, вот у нас дороги там строят, что-то будуют и так далее. Ну, во-первых, президент к этому не имеет никакого отношения. Вот это не твоя зона ответственности. У тебя внешняя политика. Здесь это ответственность Кабмина. Но почему-то в Верховной Раде мы слышим господина Зеленского, который рассказывает, какие мы молодцы, сколько мы дорог построили и тому подобное. Ну хорошо, я не спорю. Ну зачем брать это себе в какую-то, я не знаю, как будто вы чудо совершили. Вы взяли просто деньги людей, вы просто положили их в асфальт и получили в результате дорогу. То есть вы тупо, извините, выполнили свои обязанности. Ну я згоден с вами, я доповню вас. Мені здається, що в цьому плані пан Зеленський, він себе позиціонував як антагоніст Петра Порошенка, а він повторює його шлях. Ми пам'ятаємо, теж будувались дороги, був митний експеримент, який через декілька років став президентським митним експериментом. Митний, так. А чого президентський? Так і ось, програма «Велике будівництво» стала програмою президента. Тобто, копіювання методів, але ми ж пам'ятаємо, що нічого доброго не призводять. 25% другий термін. Просто я не розумію, ну чому ти лезеш туди, де ти не маєш права туди лізти? Що значить програма президента? Ну чому? Ти не маєш цих повноважень. Це повноваження Кабінету міністрів України. Це вони відповідають за програми, за все остальное. Це не твоя програма в принципі. Якщо такий політичний, типу, така технологія, все, що робиться, це все благодаря вам, Петру. Да, технологии мы уже знаем. Да, как господин Труханов говорил, это все благодаря вам. Все, что делается, это все только благодаря Зеленскому. Ну, хорошо, я не знаю, есть ли еще настолько тупые люди, которые вот именно считают, что это так. Потому что открываешь Конституцию, и там четко написано, у кого какие обязанности, кто чем занимается. А то, что кто-то себе приписывает чужие заслуги за наши с вами деньги, я это не понимаю. Я бы хотел посмотреть отчет Кабмина, который что-то не спешит его давать, по поводу, вот помните, мы слышали, что будут созданы 500 тысяч рабочих мест. Где рабочие места? Я, например, кроме того, что у нас повышаются налоги, закрываются ФОПы и предприятия, да, и останавливаются предприятия, я пока что... Это не совсем то, о чем вы говорили. Это сокращаются рабочие места. А где увеличение рабочих мест? Чтобы оно было, значит, должны прийти какие-то инвестиции или внутренние, или внешние, которые должны построить эти заводы, предприятия и так далее, чтобы у нас появились эти рабочие места. Конечно же, если бы вы выполнили эту программу, то у нас наверняка бы экономика чуть-чуть улучшилась, гривна бы стала крепче и так далее. Но я не наблюдаю, почему-то отчета по созданию рабочих мест у нас нету. Разговоры о том, что их уменьшается, эти количество рабочих мест, тоже никто не говорит, а по факту так и есть, потому что
то, что сделал ковид, то, что сделало наше налогообложение, оно, к сожалению, вынуждает людей отказываться от предпринимательства. Большие заводы и фабрики, ну, скажем так, максимально сужают объемы, и у нас количество рабочих мест. У меня есть конкретные примеры. Людей просто сокращают. Я не понимаю, где вот то, о чем вы говорили на самом начальном этапе. Нужно ли менять этот кабинет министра Украины? Ох, вы знаете, мне кажется, ничего не поменяется, потому что это одна колода карт, одних поменяют, других поставят, то есть те пока освоятся. У нас вот так в горсовете тоже есть одно такое управление торговли, когда с регулярностью меняются руководители и идут разговоры. Мы еще не успели разобраться. И так вот, и вот эти, сначала Гончарук разбирался, потом теперь Шмыгаль разбирается, и так и следующий. То есть... Тут, мне кажется, просто нужно признать, что ребята ничего не могут дать нового стране, никаких новых реформ они не делают, они просто продолжают политику Порошенко, потому что, я так понимаю, это даже не политика Порошенко, это была политика внешняя, да, которая была навязана Порошенко, и теперь она продолжает быть навязана Зеленскому, и вот эти все реформы децентрализации, распродажи земли и прочее, прочее, продолжается день. То есть умные люди, которые все-таки умеют анализировать и смотрят, что происходит, должны понять, что есть конкретная у кого-то цель. Я так понимаю, это наши, грубо говоря, кредиторы, которые хотят именно, ну, чтобы мы выполняли обязательства и получали кредиты, да, что нужно сделать в стране. То есть они очень хорошо говорят, что должен быть открытый рынок и так далее, но мы все никак не доберемся до европейского уровня жизни, до европейских зарплат, стандартов и тому подобное. Вот что-то вот, вот здесь мы все для открываемся, а вот то, что для людей, как-то не спешим. И в ближайшее время я не вижу никаких планов у Кабмина для того, чтобы они хоть как-то улучшили нашу там, экономику. Вот смотрю, пенсию подняли людям на 80 гривен. На 80 гривен! Минимальную зарплату поднимают на 200 гривен. Боже, да мы с такими темпами, мы будем к европейским стандартам идти 100 лет, если не больше, понимаете? Ну, ребят, нужно что-то менять радикально. Начните хотя бы с правоохранительной и судебной системы. Как минимум заберите деньги у тех, кто их украл. Как минимум. А уже потом... Когда вы хоть что-то сделаете, покажете всему миру, что у вас работают как минимум законы и есть защита частной собственности, может быть, к вам приедут сюда люди, которые захотят оставить здесь свои деньги, инвестировать в экономику страны для ее развития. Но пока умный бизнесмен сюда не приедет и не оставит ни копейки. Потому что если он создать что-то хорошее, то завтра придет какой-то идиот, народный депутат, который имеет связи в МВД, они быстренько через черных регистраторов что-то там перерегистрируют, нагонят туда тетушек, менты, извините за выражение, прикроют, прокуроры прикроют, все, бизнес отжали. Бизнесмен скажет, и что я здесь приехал, сюда я вложил свои деньги. Да бизнес-няня. А, бизнес-няня нам только снилась, понимаете, что она будет. Вот, вот вы очень правильно говорите, очень классно все звучит, очень все будет хорошо. А вот эта сумасшедшая инициатива, что теперь каждый ребенок, который родился с 19 года, будет получать долю от продажи украинских надр. А до 19 года, которые все родились, дети, люди и так далее, они почему не должны получать? Они что, какие-то неправильные? Или вот те, кто родились в эпоху не Зеленского, это типа не люди или что? Ну как можно создавать такие инициативы? Почему с 19? Где логика? Объясните. То есть типа я стал президентом, и с этого момента все будут жить хорошо, да? Ну вот я вам честно скажу, мне очень обидно и стыдно, что... нашей страной, достаточно такой великой, хорошей страной, управляют такие бездари, которые вроде смотришь на них, слушаешь этого президента на этой пресс-конференции, тебе где-то в глубине души жалко его как человека, потому что понимаешь, что ну, много у человека на голове. Но с другой стороны, ты не можешь ему простить это, потому что ты понимаешь, что у него в руках вся вертикаль. Он залез везде, как и было при всех остальных президентах, но при этом в стране ничего не меняется. Ничего. Вот сказали, вот ДИА – это наше достижение. Не спорю, да, неплохо, удобно, кое-какие вещи. Но у меня
на счету моем не добавилось денег для того, чтобы заплатить за коммуналку, для того, чтобы заплатить за свет, за газ, за воду, за постачание, за администрирование. Боже, заходишь в эти все структуры и не понимаешь, это для людей или это против людей. Вот это, ну, в общем, мы с вами далеко так уедем. Да. Я это к тому, что не понимаешь, когда у человека есть все и ничего не делается. И я считаю, что люди должны делать выводы и не должны бояться менять того же президента или тех же народных депутатов. Хуже, чем сейчас, уже вряд ли будет, потому что мы уже глубоко сидим, что нам надо, знаете, так радикально. Радикально, вот я бы высказался, что нужно делать, но боюсь, что СБУ мне, скажем так, предъявит там уголовное дело какое-то, потому что мне кажется, что в нашей стране нету еще людей, которые способны управлять такой страной. Пора переходить на какие-то более точечные варианты управления регионами, городами и так далее, потому что, получается, мы выбрали этих избранников, они как в космос улетели, и через 5 лет прилетают к нам обратно, рассказывают байки, что нас надо переизбрать, потому что там все в опасности. Понимаете? А вот контакта там нас, одесситов, с нашими народными депутатами, они что, хоть кто-то прием какой-то где-то приводит? Да бог с ним приемом. Это просто какая-то, знаете, типа там отмазка. Он прием граждан. Реальную работу как народных депутатов мы в городе видим. Кто-то какие-то деньги привлек. Нет, они просто борды клеят по городу, что вот мы, великое будивництво, президент и так далее. Что это такое? Где, когда, через сколько лет мы с вами начнем жить как нормальные люди? Вы понимаете, что они, таких как мы, молодых ребят, вынуждают просто собирать вещи и валить отсюда, потому что буквально через 500 километров совершенно другой мир, другие зарплаты, другое отношение к людям. Если ты специалист и ты не лентяй, то ты там можешь нормально жить. А в нашей стране тебя просто уничтожают, тебя ненавидят, с тебя выжимают вот последние, и никто с тобой не считается. Никому ты не нужен. В любую структуру, в которую не зайдешь, куда-нибудь, медицина, образование, с тебя везде просят взятку. Везде. И ничего ты с этим не сделаешь, потому что ты же хочешь себе и своим близким и детям что-то лучшее дать. А не заплатишь, не дашь. Там по-другому. И те, кто туда ездили, видели это. Да, там тоже непросто. Там тоже надо платить налоги. Но если ты добропорядочный человек, зарабатываешь, платишь, ты живешь как человек. А у нас нет. У нас ты даже если все заплатишь, тебя за человека никто считать не будет. Ось такі підсумки, можливо, десь сірі, похмурі фарби використовував мій співрозмовник, політичний глядач, депутат міськради Роман Сеник. Я вдячний вам за це. Дякую вам. Я телеглядачам обов'язково скажу, що у нас багато буде підсумків, багато інтерв'ю. Будуть також і такі, які будуть шукати більше позитиву. У нас в цьому плані дійсно демократія, будуть і люди, які працюють при владі. Вони бачать, дивляться на цей світ трохи під іншим кутом, мають право. Ми подивились з паном Романом під таким кутом. А як ви знаєте, коли ми бачимо взагалі все в панорамі, можливо, якась така точка зору, вона і сформується більш-менш об'єктивно. Дякую за жорстку, правдиву, серйозну розмову. Ми по-іншому не можемо, тому що ми періодично з Романом займаємося політичним лікнепом, тому що у нас, на жаль, населення не все розуміє навіть, що має робити народний депутат, депутат міськради, що входить в обов'язки уряду, парламенту, президента. Працювати ще й працювати, і ми будемо продовжувати. Дякую. Дякую. Залишайтесь з репортером у 2022 році. На все добре.